Бабку-то могло на кол посадить. Всем приветики, ребят! Рады видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в The Quarry. Перепроходить эту игру на другие развития событий. Собственно, у нас с вами глава 9 уже. Если вы смотрели предыдущие ролики, то вы молодцы. А если вы смотрите с этого ролика, то рекомендую вам посмотреть с самого начала. А еще лучше посмотреть первое прохождение, чтобы понимать, почему какие-то действия мы с вами делаем так или не так. Вот, Дилан у нас, кстати, по итогу остался без одной руки, но зато он теперь не заражен. И мне интересно, что теперь будет на свалке. Так что посмотрим. Да. Ой. Что это было? Просто идем. Как же ее? Эмили есть и Элай... Эбигейл. Эбигейл, по-моему, зовут. Короче, да. Девочку с цветными волосами мы оставили в живых. Придется она у нас привыкать. Сидит в подвале. Брось, тебе нужен крюк. Будешь как этот, капитан Крюк. Она умеет поддержать. А еще можно капитан Миксер, капитан Расческа, капитан Ножницы. В этом есть шарм, я буду уверенным в себе. Да, в этом есть шарм. Заведу себе разные насадки. Ага, так-то. Ищи плюсы. Ну, и правильно. История улетная. Ну. Да, об этом можно поговорить на радио. Через пару лет будем над этим смеяться. Ты и я. Может, и Райан. И Райан такой, я отпилил ему руку. Так, тогда мы у костра почти что... Давайте спросим у нее. Тогда мы... У костра почти что... Мне кажется, или что-то могло выйти у нас с тобой. В следующем году, а? Ну, давай этот переживем. Подкатил к ней. А подожди, он же подкатывал к краю, но к ней он никакого этого. Зато мы узнали, кто в его вкусе. Уверенная, смелая, с повязкой на глазу. Пираты! Может, ее гавань тихая? Вон. А вот и то самое, зачем мы пришли. Мы же пришли, по-моему, сюда искать запчасти или работающую машину, я не помню. Но что-то точно мы сюда пришли искать. Ой. Черт. Тише, это датчик. Все норм. Вроде. Но обосраться смотри, можно. Стимпанк. Фу, идем сюда. Так, здесь у нас, по-моему, тоже какие-то карты валяются. Только я помню, что мы здесь очень с вами долго ходили, потому что здесь такая здоровая хрень. Полегче. Дом Хэкетов опять. Пусти меня, гадина! Я тебе башку снесу! Твари! Давайте успокоимся. Чтоб попасть, нужно видеть, крошка. Так она же волк. Разве она не должна видеть? Есть. Ты ответишь за мою Кейли. Ладно, я не буду ничего жать. Отвали от меня! Я ей просто отдам. Пусть она забирает. Больше ты нам не навредишь. Тебе конец. Вообще, я могла тебя сейчас прострелить, прекратите! Как в прошлый раз, но я не стала это делать. Меня защитит полицейский. Убийца. Тварь. Ма, заткнись уже! Не смей говорить так со своей матерью. Да. А вот и вся семейка в сборе. А это кто? Отпусти! Он Райана поймал. Что у вас тут нахер творится? Больше мы их не защищаем. Они убили нашу Кенни. Мы не специально. Отвлечь. Давай отвлечь. Такое. А что она делает? Эй, сучка, ты фальшивишь. Ай, он меня прям здесь ткнул. Он спер мой нож. А зачем она плюнуть? Давай плюнем. Давай. Плюнула. Сука, мне в лицо плюнула.
Давай, беги! Так, ты главное не вытыкай или выткнуть. Слушай, если выткнуть, будет херово. Но лучше не вытыкать. Окей. Ясно дело, дрянь. Зачем вообще меня воткнул? Не, давай не будем вытаскивать нож. Его потом Кейли вытащит. Нет, не стоит. Хотя, может быть, и надо было. Ну, извините, мне некоторые персонажи очень миловидны, не хочется их это самое. Надо было. Можно вернуть. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут интересненького. Какашки там лежат, но мы не будем трогать какашки. Мы же с вами не какашечных дел, мастер. Мы уже какашки с вами находили. Так что спасибо. А вот это что такое? А, письмо. Так спокойно смотрит тут такой, типа, вообще за ним как будто бы никто и не бежит, да? А, это от Келли. А что там она пишет? Письмо с признанием Келли, адресованное бабушке. Вот как его посмотреть? Как его посмотреть? Никак я не могу его прочитать. Так тупо, потому что нет никакой транскрипции. Может быть, я что-то не так жму? Здрасте. А можно не нажимать мышкой, пожалуйста? Да. Не знаю, что она нажала, но она что нажала, мне сломался ОБС. Он просто взял и вылетел. Вот так вот пришел кот своей жопой, понажимал мне на клавиатуру. И вот что произошло. Представляешь, что за безобразие? Ну ладно, мы продолжаем. Слушай, ну они-то наверняка меня сейчас захотят убить. Поэтому мне, наверное, лучше это самое... валить отсюда потихоньку. Аккуратненько прятаться. А там идет Бобби. Давайте спрячемся. Не будем баррикадировать дверь. Под кроватью в шкаф. Но в прошлый раз я пряталась... Давайте теперь под кроватью рядом с какашками. Ну, потому что под этим я уже была. В шкафу. А под кроватью у какашек не была. Рядом с ведром помойным. Надеюсь, он сюда не посмотрит. Иначе будет ГГ. Ля, такой он прям... Серьезный парень. Чувак. Я задохнусь. Какашки хочет забрать. Он хочет забрать какашки. Ему нужны какашки. Потихонько. Уходи. Он рядом. Сейчас. Прием. Блин, прикиньте, как ему больно. Беги, братан. Блин, ну я же себя по-нормальному вел. Ну? Это его немножечко задержит. В моем доме от меня не спрячешься, пидор! Сам пидор. О! Вот это он, конечно, а жесткий. Ее живо! Спрятаться, бежать. Ну давайте бежать, потому что в прошлый раз я пряталась. Ну, чтобы у нас было разнообразие какое-то. Ой, блин, так можно было бы напороться на них, прикинь. Да,
головой. Нормально. Что там? А тут Бобби с какашками такой. С ведром говняшек. Такой, а это прелесть для тебя. Это прелесть для меня. Какая вкусная получилась фигня. А, используй, чтобы посмотреть. Можем поиграть на пианино, кстати. До этого мы не играли на пианино. Давайте поиграем. Получим, наверное, достижение. Да давай сыграем, а чё? Блин. Достижение, кстати, никакое не дали. Побринкать на пианинке. Могли бы на самом деле бы. Черепушки какие-то. Здесь что, есть медведи? А что это за... Охотничий трофей Хекетов. Странно, что они не стали маскировать раны и следы от пуль. Как это посмотреть? Возможно, служит напоминанием о том, что животные действительно мертвы. Они всех медведей, да, убили, охотясь на них. Когда-то здесь были медведи, но потом они их обглодали, да? Судя по всему, и олени, и лоси были, да? И всех эти ваши оборотни похавали. А я поиграл на пианино, между прочим. Тут у вас интересности. Счета. Это что такое? А, это их семейное древо. Кайли, 95-го ее брат, а она чуть-чуть, по-моему, постарше. Ну, сочувствую, что поделать. Только так и никак. Так, там ничего у нас нету, так что идем с тобой. Как я получу по голове? О, солнце. Солнышко мое! Что у нас здесь? Что в окошке у нас? А ну-ка, выгляни в окошко, покажи. Бабка стоит опять. Ля, бабка прям за мной следит, эта старушка. Голубка дряхлая моя. Ну, приветик. Приветик, цветик, семицветик. Все, игры кончились, девочка. Рискни, ублюдок. Тише, Джет, она явно больна. Ее укусили. А ей похрен. Знаешь, на этой пуле. Не хватит серебра, чтобы убить тебя. Но помучаешься ты у меня изрядно. Ладно, я захотела посмотреть. Так, дед, пошел в очко. Я одну пропустила, одну защитила. Сейчас я отрегенерирую. А, это что? Атаковать, бежать. Да ну вас в задницу. Я тварь. Джет, вставай, вставай. Да хватит уже. Где ты сейчас? Где вы сейчас? Не дай ей уйти, Джет, стреляй. Я не стала тебя убивать. Пердет. Что это такое? Что это? А, ей не нравится свет, что ли? О-о-о! А вот мы и выпустили кого-то погулять. Она видит в темноте, она оборотень. Где ты? Я буду любоваться тем, как ты подыхаешь.
Какая злобная бабка. Эй! А ну-ка, живо все остановились! Она укушена, Трэвис. Стреляй. Да. Начини ее серебром, сынок. Стой! Видишь, все-таки в нем есть какая-то человечность, он ничего не сделал. Дядька, отстань, я тут еле иду уже. Бабка твоя жива, чё ты так от меня докопался? Не надо, что твоя это пыталась меня схавать, твоя мелкая. Лё такой, мой этот топ. Топотушка. Топотушка, золотое брюшко. О, щелку. А давайте сейчас с вами, допустим, я зацеплюсь, что будет? Блять. Ой. Ой. Чувак, я ничего не сделал тебе. Так и все, что ли? А смысл тогда был от него прятаться, если нас игра сама от него уводит? Ну, что-то как-то это. Он мог бы нас поймать, например. Бобби, блин. Мы нормально же общались, ты же нормальный мужик. А, Бобби. Ну, получил ты один раз по яичкам. Слушай, помоги мне. Что? Я никому ничего не скажу. Да нет, семья важней. Они меня накажут. Да никто тебя не накажет. Ударить ножом. Блин, чувак, ну мне придется это сделать. Пырнул меня! Что, понравилось тебе? Меня раньше ножом не били. Отвали! Ау! Мне очень больно! Пап! Какой милый здоровяк. А это тут уже как Лора. Это. Стой, стой! Эй, это я! Это я! Что с тобой случилось? Да так, ничего особенного. Райан! Все плохо. А я, по-моему, в тот раз тоже его ударила ножом, или нет? Нет, по-моему, она его спугнула. Мне очень жаль. А настолько? Я пытаюсь всех спасти. А если я, допустим, его не укушу, то что? Максу и тебе. Давайте будем отказываться, чтобы он нас не кусал. Так, ты ни при чем, ладно. Ты ни при чем. Я сам сюда пришел. Не стоило тебя пускать. А, ты мне не хозяйка. Прости. Я умру? Да. Крови тут много. Но я выживу, да? Знаешь, может и да. Что? Райан, тебе нужен один укус. Что? Если согласишься, чтобы я тебя укусила, ты будешь заражен. Значит... Все и правда заживет. Да.
Но еще ты... Да, да, я стану монстром. Да. Райан, времени мало. Я чувствую, как оно внутри меня пытается вырваться. Я тебя укушу, ты выживешь, и... Смогу убить Криса. Нет, не так. Ты не Криса убьешь, а оборотня. Спасешь свою жизнь. И мою, и Макса, и своих друзей. Так хорошо уламывает. Слушайте, я не знаю, может отказаться в этот раз, посмотреть, что дать будет. Дать укусить, выжить и убить Криса. Или истечь кровью. Как-то так. Давайте ради разнообразия его, короче, потеряем. Решаем. Ну, да или нет? Нет. Я принимаю, отказываюсь. Извини. Я думаю, надо остаться человеком. Так что... Но ты умрешь. Тебе-то что? Хочешь в рай на чужом горбу? Заткнись. То есть заражать можно меня, Макса, твоих друзей, но только не тебя? Даже если на кону жизнь? Ну ты и мудак. А чё, она, мне кажется, на меня укусит. Чёрт. Пора идти. Пора. А я думала, она его против его воли укусит. Скорее всего, она его схавает. Ну, мы же должны были посмотреть, давай, как это будет выглядеть, правильно? Все-таки делаем другие выборы. А то бы я сейчас опять бы это... Его бы там это самое, и все было бы то же самое. А зачем нам то же самое? Ну, не надо то же самое. Да, это жалко, конечно. Жаль этого добряка. Ну, что поделать? Жаль, конечно, этого добряка. Похоже, они барахло не выкидывают. Так все пригодится, Семисте. Может быть, подскажешь, что именно мы пытаемся здесь найти? Ну, большинство машин тут уже, я смотрю, разобрали на детали. Только пустые каркасы, толку от них мало. Короче, нам нужен двигатель. Верно? Хотя бы относительно целый. Ясно. Там видео. О, ну какая-то говняшка засохла. А ты думаешь, что это жук? Танцы, это какая-то говняшка. Это говняшка. Это говняшка. Это говняшка. Это говняшка. Это не муха и не жук. Это говняшка какая-то прилипла. Что, ты не веришь, что ли? Я тебя не буду обманывать. Да не буду я тебя обманывать. Примерещится же, да, коту? Что там висит что-то? Что-то точно какой-то жучок сидит, надо его покусать. А вот и мы. Пафосно. Про нас даже снимут документалку. Сколько здесь нет этих самых машин, сидел, прикиньте. А подожди, а наверху же там что-то было? Там наверху что-то можно посмотреть. Я это помню. Полная луна. 22 числа. Эти уроды все распланировали. Да. Потому что им нужно именно в полной луне убить мальчика этого самого первого оборотня. Чтоб все стали нормальными.
Записка со свалки. Ну и что тут написано? Это просьба не вносить что-то в книгу учета. Выглядит как минимум подозрительно. Они явно что-то хотят скрыть. Что за Т? Mm. С бухгалтерией у них не все чисто. Стрёмно. Согласен. Ну ладно, пойдем, крошка. Мы с тобой хорошо полутали немножко тут местность. Полазили. Вполне себе неплохо. А здесь что-нибудь у нас есть с тобой? Что-то, что я могу посмотреть? Нет, нету. Ну, тогда пойдем туда. Ой, а вот это вот вообще не... Вот, не люблю вот эту вот штуку. Здесь так много проходов. Вообще. И можно заблудиться. Смотри, сколько проходов. И туда, и сюда. А еще карты. А еще же хочется узнать, что тут, короче, интересненького есть, да? Вкусненького. Прости, было страшно. Ужасно бесит. Да. За нами гонятся реальные монстры, а тебя вот это бесит? Да. И то, и то. Я немножко истеричка. Все-таки это у меня нет руки. Не у тебя. Поэтому я имею право истерить. Разве нет? Я считаю, что да. На полнейшем основании я имею полное право ныть. Говорить, что меня бесит. Если вам что-то не нравится, идите в задницу. Красавица. Блин, охренеть, тут такая местность здоровая. Ладно, я не буду тут лазать, искать что-то. Просто пошлите по своим делам и все. Вон. Машина, ребят. Он ее еще, кстати, не утилизировал. Это Макса и вот этой девахи. Эх, все еще не рассвет. Ну, приходилось управлять краном. Знаешь, я реально был мастером такой игры в игровом автомате. Меня даже звали Хватуном. Нет, нет. Ну да, звучит не очень. Так, а теперь опусти его, чтобы мы могли заглянуть под капот. За что ты меня хватал? Прикрой меня. Да, ладно, конечно. Только прикрой меня, хорошо? Да. Ну, посмотрим, что у нас тут-то получится. Так. Похоже, мама кому-то не сказала, что нужно убирать за собой. Блин, одной рукой, ладно, наверное, ему будет сложно. Что тут у нас? Ага, вроде не сложно. С вами снова Хвату. Что там происходит? Прости. Так. Ладно. Ну, поехали. Но я бы так не радовалась. Да, я нашел свое призвание. Уж пора бы. Сейчас как кто-то к нам придет. Посмотрим, заведется ли она. Кто-то к нам сейчас придет. Этот кто-то нас сожрет. И Дилан такой сидит, сиськи мне такой. Опа.
поднять машину, предупредить Кейтлин. Кейтлин! А, черт, черт. Там кто-то бежит! Что? Прячься! Ох, блин. А нахер оно прыгнуло? Блядского оборотня! Блядской машины! Надо было не кричать. Блядь. Скорее давай! Посигналить. Не прыгай, дура! Ебать! Ой, бляха, за ВДВ! Вот черт. Он ко мне ползет. Еба, я, видать, его очень сильно разозлил. Где твое ружье? Ну было очень красиво, да? Подожгли крылышки в оборотню. Теперь это оборотень KFC. И в этом моменте он у нас начал, кстати, превращаться тогда. Но теперь он не превращается. Мы все сделали с вами правильно. Дилан, спасибо. Ты реально спас мне жизнь. Без шуток. Да, без проблем. Интересно, кого возьмут? Что? На роль меня. В блокбастер. Моей доблести. Дурак. Не наглей. Да. Что-то провалился. Наш гениальный план. Но зато мы живы. Ладно, идем назад. С ума сошла? В коттедже безопаснее. Идем. Там еще наша подружка сидит. Слушай, ну теперь они ушли с этой автостоянки вдвоем. А кто под машиной? Мне кажется, под машиной лежит как раз-таки наша блогерка. Мне кажется, она... Хотя она, наверное, на острове осталась. Непонятно, но очень интересно. О! Бляха, тебе не страшно здесь сидеть одной? Работаю вожатой в летнем лагере, Эбби. Повеселишься, пообщаешься. Найдешь себе друзей на всю жизнь. Как достали эти советы. Что мне делать? Кажется, она откиснет. Ау! Бабка зовет. Не иди на голос. Есть бабки. Кто? Надо разговаривать с бабкой. Тихо. Это что такое? Следы. А черт. Может быть, вылезти отсюда? Ой, иерофант. Ой, это бабка. Ладно, ладно, бабку я не боюсь. Бабку я не боюсь, но она до усрачки жуткая, но ее не надо бояться, она ничего не сделает, она призрак.
А это что такое? Не хватает каких-то... Так вот почему света нет. Трамблеры кто-то спер. Опа. Отсюда пришел охотник, который напал на нас наверху. Да. А это значит, что здесь кто-то может быть, что ли? Может, не надо, чтобы тут кто-то был? Блин, здесь довольно жутко. Здесь наверняка можно что-то найти, но мне страшно. Туда я пойду в последнюю очередь. Давайте я еще раз обойду все. Не, мне кажется, тут ничего нету. Давайте поднимемся с вами наверх. Кабинет. Я бы закрылась на самом деле за кабинетом, за вот этой фальш-панелью и сидела бы там. Там люк. Кто-то наблюдает. В смысле, кто-то наблюдает. Не надо, чтобы за мной кто-то наблюдал. Поднимайся быстрее. Ой, боже, я испугалась. Я за нее боюсь очень сильно. Интересно, она могла в этом подвале откиснуть? Мне кажется, да, если бы открыла дверь. И пошла бы через дверь в коттедж. Скорее бы всего на нас напали. Так, сюда они быстро не пролезут. Блин, сколько здесь места. Мне надо отдохнуть. Еще не поздно, давай укушу. Не хочу расстраивать, но я все-таки пас. О, не переживай, я не расстроюсь. Мне-то что? У меня все в норме. Угу. Что ты делаешь? Хватит. Ты чувствуешь? Нет. Неважно. Давай найдем, как спуститься и достать Криса. А может, найдем выход? Достали погони и ножи. Ладно. И выход тоже. Окей. А там вон сидит этот. Там оборотень сидит. Те же самые шприцы. Что там? Мы на верном пути. Не отходи далеко. Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Так, а это кто? Это Крис? Или не Крис? Кто это у них вот тут сидит? Но это не тот белый мальчик-пес, это не Сайлос. Это какой-то другой. Что это? Кажется... Самый первый? Кто это? Кажется, это Крис Хэкет. Ой! Ой! Подожди, но по идее на нее он нападать-то не должен. Она же пахнет как этот самый. Это Райан только пахнет человечешкой. Ой. К-
Кажется, она превращается. Сука, пожалуйста, не сейчас. Черт! А я буду сидеть под этим. Ой, бляха! Тут есть серебро. Бобби! Пушка! Бобби, все. Бобби скушал. Их же собственный этот. Бабку. И бабку скушал их собственный. Дед остался. Нет. И деда тоже. А почему я же в голову стреляла? Ой, не в голову, а в ногу. А, наверное, можно было в нее выстрелить. Обосраться. Спасибо, что не убил меня. Да, взаимно. Так, что теперь все здоровы? Что? О. Думаешь, это конец? Как бы не так. И это еще не конец. А этот что, все? Умер? Боже, Райан. Нельзя тебя отпускать. А почему? Чувак. Эй, а вы же выстрелила? Я же выстрелила? Я нажала на курок. Такой сцены тоже не было. Это все? Трэвис! 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 Нифига. Такого у нас с вами не было. У тебя была возможность. Была возможность уничтожить эту чертову семью, но они живы. Неважно. Время есть. Еще можно победить. Что было, то прошло. Давай смотреть в будущее. Иди, какая тетя Батя. Смерть. У смерти много лиц. Она может значить перемены, переход, трансформацию. Ее часто трактуют как маяк надежды. Но в твоем случае это просто смерть. Что смешного, блин?
Хихикает она там. Солнце. Рождение нового дня. Есть еще шанс согреться в его лучах, пережить ночь. Твой выбор, твои действия, твоя жизнь поставлена на кон. Но скажи, сумеешь ли найти свой путь в кромешной тьме и снова увидеть, как восходит солнце? Иерофант! Вот эту карту мы точно не смотрели. Откуда он здесь? Ему тут не место. Он столько страдал. Нет, нет, нет. А ну-ка, покажи-ка. Видишь, что секретная карта? Нифига! 6 лет назад. Нет. Что они сделали? Что они сделали? Используйте, чтобы осмотреться. Это он? Боже, нет. Охренеть, мы поиграли с вами за бабку. Сайлос, родной. Нет. О! О! Ни хрена, мы играем за бабку. Ты прикинь, мы играем за бабку. Ой. Бабку-то могло на кол посадить. Что это именно он? Может, это не он? Это шериф. Это не Сайлос. Так вот откуда эти пузырьки пошли, от бабки. Мама идет, Сайлос. Мама идет, Сайлос. Сайлос! Сайлос! Так вот. Нашли с вами секретную карту. И поиграли за бабку, прикинь. Нет, нет, нет. Мой мальчик. Видишь, что они сделали? Как нам плохо. Он еще там. Он один. Каждое полнолуние эти негодяи охотятся на него с серебром. Хотят снять проклятие, которое сами на себя навлекли, когда подожгли мой цирк 6 лет назад. Глупые дети. Бедный Сайлос. Мой белый волчонок. Его надо защитить.
Не следуй этому пути. Тебе ясно? Вспомни, как я помогала тебе. Вспомни, сколько я сделала для тебя. Нормально, бабка меня уламывает. Ну что ж, я тогда на этой нотке предлагаю нам на сегодня закончить. Такого я не ожидала. О, дальше будем за Макса играть. Сейчас посмотрим, что, кстати, стало с блогеркой. Но это в следующей серии. Пока что подписывайся на каналчик, поддерживай меня лайком. Пиши, как тебе вставочка с бабками. Поиграли с вами за бабку. Это я не ожидала такого. Вот. Так что чё? До следующей серии. Лайк, подписка, и ты настоящая умничка. Увидимся. Пока.